Его знает каждый житель деревни Картино. Проезжающие машины при виде его сигналят, водители приветствуют, а прохожие подходят, чтобы пожать руку. Василий Федорович Гордеев – староста деревни уже 15 лет. Работу свою любит, хоть и признается, это нелегкий труд. Староста он один, я ему доверил народ. Он и занимается этим своим делом. Пробивает там те же пешеходные дорожки, еще что-то, свет, чтобы горел, чтобы вода была и все остальное. За 15 лет, признается Василий Федорович, сделано немало. Отремонтировали дороги, провели освещение, пустили маршрутку до метро Домодедовская, заменили трубы в системе водоснабжения. Особо гордится староста новеньким центром досуга «Картино». Вот это зал, где у нас проходят и танцы, дети занимаются танцами, где мы проводим собрания, где встречаемся, встречи с главами. Его ежедневно посещают более 30 детей, проходят здесь и занятия клуба «Активное долголетие». Рядом есть детская и спортивная площадки. Василий Федорович мечтает поставить еще и уличные тренажеры, благо место имеется. Ребята клуб любят. Там можно порисовать, можно еще с друзьями поиграть в футбол, потом поиграть на площадке и многое другое. Но есть деревня Картино и свои болевые точки. Жители деревни Картино давно ждут обещанную пешеходную дорогу. Движение здесь достаточно интенсивное, и чтобы дойти до ближайшей остановки общественного транспорта, нужно идти по проезжей части и грязи. 4 года назад заасфальтировали 400 метров дорожки, но из-за нехватки финансирования работы приостановили. Местные жители вынуждены каждый день рисковать своей жизнью и здоровьем. Надо или ставить бортовой камень сюда, то есть сделать ограничение дороги, чтобы не заезжали сюда, и сделать пешеходную дорожку. На ближайшее будущее у Василия Федоровича еще много планов. Моя мечта не только в деревне Картино сделать чистую воду, но и как депутат в селе и Мамоново, в селе в Острове, тоже у них там с водой беда, сделать. В ближайшие выходные Василию Федоровичу исполнится 70 лет. Но он уверен, возраст не помеха, если занимаешься помощью людям. И судя по тому, как ценят его работу жители, можно не сомневаться, у него все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.